25 декабря в университетской клинике Казанского федерального университета после проведения масштабных работ открылось обновленное отделение урологии, располагающееся по адресу Ершова, 2. Вот уже более 20 лет отделение занимается неотложной урологией 24 часа 7 дней в неделю. Мы находимся в новой отремонтированной палате урологического отделения, где создано все для комфортного пребывания наших пациентов. У каждого пациента есть своя индивидуальная зона, своим светом, кнопка вызова персонала, есть телевизор в каждой палате. Все сделано для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и быстрее выздоравливали. В настоящее время отделение является центром эндоскопической урологии. Здесь активно применяются малоинвазивные методы. Это позволяет добиться ранней реабилитации и восстановления работоспособности больных. Широко применяемое малоинвазивное лечение, хирургическое лечение, приводит к тому, что сокращаются сроки пребывания на койке, улучшается послеоперационное состояние пациентов, улучшаются непосредственно результаты операции. Все это приводит к тому, что пациенты раньше выписываются, раньше выздоравливают. Также при лечении используется современная медицинская техника, которая постоянно обновляется. Урологическое отделение клиники университета имеет в своем оснащении самое современное оборудование. Конечно же, это эндоскопическое оборудование, которое применяется для малоинвазивных операций по поводу опухолей мочеполовой сферы, по поводу мочекаменной болезни. Это оборудование эндоурологическое, которое применяется при трансуретральных вмешательствах на предстательной железе и мочевом пузыре. Это лазерное оборудование, которое широко применяется при удалении конкрементов, камней в мочевой системе, при удалении аденомы предстательной железы. Открытие обновленного отделения урологии университетской клиники КФУ является еще одним шагом на пути создания в университете одного из самых высокотехнологичных медицинских кластеров России. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универньюз.